Самый большой зал в Рязани в Академии единоборств смог поместить выпускников лечебного факультета РИАСГМУ и их родителей. В этом году дипломы получили порядка 400 будущих врачей-лечебников. Первыми документы об образовании из рук ректора получили выпускники, окончившие вуз с красными дипломами. 6 лет обучения, конечно, они были нелегкими. Тем более мы смогли добиться таких успехов, как получить красный диплом. На самом деле это очень торжественный для нас момент. Мы его очень ждали, мы очень счастливы, что наконец-то мы завершили обучение и стали дипломированными специалистами. Да, вот сейчас мы закончили лучший университет в нашем городе, один из лучших университетов нашей страны. Мы, безусловно, будем продолжать обучение дальше в ординатуре, поступать на, ну, я хотел бы, например, на терапию, в кардиологию попасть, мои коллеги, наверное, тоже, и стать, наверное, лучшими специалистами, точно такими же, как и наши преподаватели. На церемонии вручения дипломов выпускники прочитали клятву врача и поклялись в верности профессии. Знаковым этот выпуск стал для истории вуза. Выпускница этого года Татьяна Масиянская передала в музей РИАСГМУ семейный альбом. Он принадлежит ее бабушке Надежде Ивановне Кудрявцевой. В нем фотографии выпускников и преподавателей 10 кафедр. Бабушка – одна из первых выпускниц РИАСГМУ. Она все эти годы бережно хранила память о родном вузе. Мне бы больше всего хотелось бы, чтобы все-таки вы не остановились на том этапе, что вы просто стали врачами, продолжили учиться. С вашим выпуском связано много особых эмоций. Я желаю вам действительно успехов, счастья и хорошей, красивой карьеры. О будущей карьере говорили и высокие гости, приехавшие поздравить выпускников лечебного факультета. Первый заместитель министра здравоохранения региона Владимир Грачев отметил, новых специалистов ждут в больницах и поликлиниках Рязанской области. Искренне хочу вас поздравить с окончанием, пожелать вам успехов в работе, самое главное – здоровья. Будьте здоровы вы, будут здоровы наши жители. Поздравить выпускников от имени полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе приехал главный федеральный инспектор региона Сергей Яковлев. Не только в Центральном федеральном округе вы распределяетесь, едете работать, но и в другие регионы Российской Федерации. Хочу пожелать вам успехов, удачи, новых свершений. Выпускной собрал более 1000 гостей. Среди них представители сферы здравоохранения региона, родители и педагоги. Последним звучали слова благодарности и аплодисменты от учеников, которые обещали, что в работе всегда будут равняться на тех, кто научил этой нелегкой и важной профессии. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».